Мой папа газовик. По всей стране от дома к дому пролег трубопроводный газ. Горит в печи ни уголь, ни солома. Зимой теперь он согревает нас. Газовики работают на вахтах. На ГРС распределяет газ. И пусть они работают не в шахтах, ведь их работа – это все для нас. Эмблемой служит пламя у «Газпрома». И мой отец, он тоже газовик. Горит огонь у нас и у знакомых. «Газпром» по всей стране передовик. И может быть нескромно, но я знаю. Отца и сослуживцев наградят. И может быть не орденом медалью, а может просто чей-то добрый взгляд.